Наступил последний месяц осени, а впереди еще целая зима. А значит, пришло время поговорить о самых модных цветах этого сезона. Мне всегда было интересно, откуда берется так называемый главный цвет года? Кто определяет этот тренд для дизайнеров и модельеров? Оказывается, существует институт исследования цветов Pantone, который занимается подбором самых главных трендовых цветов этого сезона. Еще в начале 20 века Герберт Лоуренс создал всеобъемлющую палитру Pantone, которая служит азбукой Морзе в дизайне и является ведущим источником информации о цвете. Давайте же посмотрим, какие цвета в этом сезоне нам приготовил Pantone. Riverside. Цвет Riverside – абсолютный фаворит осенне-зимнего сезона. Дословно переводится как «прибрежная полоса». Это простой темно-синий цвет с легкой дымкой, который Pantone ухитрился назвать Riverside. Глубокий насыщенный цвет, который можно увидеть, лишь погрузившись на дно глубоководной реки. Airy Blue. Осень и зима ждут воздушного голубого оттенка, как глотка свежего воздуха. Он одинаково хорошо смотрится на демисезонных пальто, свободных джемперах и утепленных платьях, привлекая внимание к простоте кроя и утонченности силуэта. Shark Skin. Для осени и зимы этот модный цвет один из максимально подходящих. Он воспроизводит дождевое небо, туманную морскую волну, мокрый городской асфальт, делая акцент не на эпатаже, а на лаконичности. Aurora Red. Насыщенно алый, почти классический красный цвет, который особенно выделяется на фоне остальных оттенков модной палитры осенне-зимнего сезона. Несмотря на то, что этот цвет лучше не смешивать с другими тонами, при желании его можно разбавить другими модными оттенками. Warm Tap. Несмотря на то, что этот цвет дословно переводится как серо-коричневый, назвать его темным нельзя. Он достаточно близок к нюдовым оттенкам, напоминающий цвет кофе с молоком, и подходит к любому цветотипу внешности. Dusty Cedar. Оттенок пыльного кедра сместил с подиума в кварцевый розовый, самый модный цвет 2016-го по версии Pantone. Dusty Cedar напоминает прошлогоднего фаворита Marsala, но он более светлый и теплый, с примесью пыли. Lush Meadow. Сочный оттенок зеленого, напоминающий пышный майский лук. Lush Meadow одновременно и уникальный, и универсальный. Подходит и для сольного исполнения, и в качестве дополнения к другим, более насыщенным оттенкам. Spicy Mustard. Этот зелено-золотой цвет с горчичным подтоном, напоминающий цвет упадшей листвы. В одежде этот цвет лучше всего сочетается с выразительными сочными оттенками, еще больше подчеркивая их красоту. Potter's Clay. Цвет осенних листьев и древесной коры, благодаря экспертам института Pantone, приобрел необычное название «гончарная глина». Этот ржевато-коричневый оттенок напоминает цвет обожженной глины, который особенно хорошо смотрится на таких фактурах, как замша и кожа. Boydacious. Пурпурно-фиолетовый тон абсолютно нетипичен для осенне-зимнего сезона. Недаром этот оттенок называется безрассудство. При этом его приглушенности достаточно, чтобы не выглядеть слишком ярко в окружении барышень в темных одеждах. В меру выразительный оттенок лучше всего смотрится в качестве ключевого тона, но сочетать его очень сложно. Вот такими вот простыми, но интересными цветами нас порадует гамма осенне-зимнего холодного сезона 2016-2017. Главное лишь научиться их правильно сочетать, и тогда ваш образ будет неотразим. Оставайтесь в тренде вместе с нами!